Ребенку нужны мама и папа. Как это просто. И как страшно, когда их у ребенка нет. И я хочу маму. Самое главное для меня – это мои детки. Каждая из них – это мое счастье. Учитывая, что у меня их много, у меня и счастья много. 5 дочек, 5 жизней, 5 историй. Знакомство с каждой начиналось с истории болезни, диагнозы которой и родным лучше не видеть и не читать. А тут... Когда я забирала вот это вот счастье, вот в центральной базе искали конкретно для девочки семью в Архангельске, потому что нужно наблюдение нейрохирурга. Я выходила из кабинета... минут через 40 после общения с ней, с полной уверенностью, что сюда я больше не вернусь. И уже в дверях она остановила и сказала: «Оксана Станиславовна, а если не вы, то кто?» Ну и на следующий день я позвонила, что я забираю. Сегодня постороннему человеку вряд ли придет в голову сказать про кого-то из этих веселых и озорных девчонок, что у нее проблемы со здоровьем, насколько органичны и подвижны, особенно когда все вместе. Изменить хоть одну жизнь. В моем окружении есть люди, которые считают, что я берусь за денег. Из-за того пособия, которое платится на этих детей. Ну, наверное, просто у этих людей в приоритете деньги. А у меня в приоритете счастье. Кому чего в жизни не хватает, вот то и берет. Отогреть душу маленькому человеку, подарить любовь и заботу – это ли не счастье?